думаешь, возьмут нас с тобой в Зоре Тюмени? Дим, ну не знаю. Давай узнаем. Ведь у нас в гостях главный балетмейстер ансамбля народного танца Зори Тюмени, почетный работник культуры и искусства Тюменской области, заслуженный артист Российской Федерации Валерий Арцер. Валерий, доброе утро всему доброе коллективу. Утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну вот, как вы думаете, сможем ли мы на одной сцене с вашим коллективом-то когда-нибудь выступить? Оцените. Ну, я думаю, что все возможно, наблюдая сейчас за вашим темпераментным исполнением, я думаю, что пару месяцев репетиции, и мы найдем место в одном из номеров нашего коллектива. Здорово. Расскажите, а как вообще вы отбираете артистов? Какой кастинг, какой отбор идет? Ну, по каким критериям? Все, конечно, сложно. И самый хороший путь, это начиная с 6-7 лет, процесс обучения постепенно от простого к сложному, и самые лучшие в конечном итоге попадают вот в основной состав, который здесь вот сейчас представлен. А скоро набор вместе со мной. Да, мы как раз вот с сентября месяца 2016 года возродили нашу детскую хореографическую студию. Ребята полгода уже прозанимались, есть ощутимые результаты. Вот. И в мае месяце, в конце мая, мы будем набирать следующих. Вот в процессе подготовки нашего, так сказать, номера, да, вот мы столкнулись с тем, что никто не знает, как называются элементы да. русского Кроме народного ручейка, танца. Да, ручеек знаем, больше ничего не знаем. Вот расскажите, какие еще есть? Может, это покажет кто-то чего-нибудь нам? Мы, конечно, покажем. Элементов на самом деле очень много. Ручеек, да, потому что это обычно на свадьбах, на таких народных, которые все-таки у нас еще сохранились. Это нам знакомо. Это, да, это на языке, это в голове. Вот. Ну, вам покажем сейчас аккуратно, чтобы вы, по крайней мере, это все попробовали сделать. Ребят, поможете немножко? Поможете чуть-чуть? Так, встаем. Двигаемся. Значит, элемент называется ковырялочка. С тройным притопом. Да, плохо. Это все будет просто, вы да? все это сделаете. Да, и легкая сложно. Проходка, да? Значит, руки на талию в кулачки, с правой ножки и раз, два, три притопа, раз, два, три, левая, раз. Два. Раз, два, три. Проходочка вокруг себя. Молодцы. Четыре, пять, шесть, семь. И с левой ножки. Раз, два, раз. Умницы. Раз, два. И влево пошли. Раз, два, три, четыре. И закончили. Два. С головой. Восемь. Слушайте, вот вроде просто все. Спасибо большое. Осанка нужна, да? Осанка. Да тут, видимо, все-таки физическая нагрузка имеет большое значение. Правду ли говорят, что русский народный танец в плане физических нагрузок... Один из самых сложных в мире. Да. Я думаю, что в этом есть правда. Конечно, если мы будем брать сейчас такой более фольклорный вариант, конечно, это все не в таком нагрузочном и физическом режиме. Ну, даже та же присядочка, вот если... Да. Ну, конечно, все сложно. То есть танцоры... А для профессионалов, конечно, это огромный труд. Как они готовятся? Они в тренажерный зал должны ходить, да? Ну, в тренажерный зал им не сильно нужно ходить, потому что все группы мышц у нас... На репетиции отрабатываются. Тренажерный зал. Единственное, что очень полезно для нас тоже, это бассейн. Мышцы в воде расслабляются. Хорошо, давайте перейдем к большому важному событию. 25 мая в Большом концертном зале ДК «Нефтяник» пройдет творческий вечер ваших родителей Валерия и Галины Арцер. Что будет происходить на сцене? Ну, вы знаете, это определенный такой очень серьезный этап в жизни как моих родителей, основателей, руководителей коллектива, вдохновителей по сей день, так и в жизни коллектива. И этот концерт, он будет не таким обычным, как всегда. То есть мы постараемся, чтобы много учеников появились, причем со своими коллективами. Вот. Постараемся сделать такое более театральное зрелище, нежели это обычный сольный концерт ансамбля. Чтобы это было и интереснее зрителям, и... И надолго запомнилось. Надолго запомнилось? Ладно, наверное, не надо говорить, но все-таки скажу. Для родителей будет... Будем делать очень много сюрпризов. Конечно. Вот, чтобы они... Конечно. Поэтому их сегодня стали чтобы это был их праздник, потому что они действительно заслужили этого. Мы желаем вам удачи. Пусть все задуманное сбудется. И концерт, конечно же, пройдет с полным залом.
Спасибо вам большое. Будем надеяться. Для зрителей напомним, что неповторимым искусством знаменитого коллектива «В зоре Тюмней» в Тюмени можно будет насладиться уже завтра, 15 апреля, в Тюменской филармонии. Билеты уже в продаже. Но сейчас эксклюзив для зрителей программы «Утро с вами». Для вас танцуют участники ансамбля народного танца «В зоре Тюмени». Ну а мы пока отдохнем.